В музыкальной школе города Хасавюрт состоялся плановый отчетный концерт за первое полугодие. Воспитанники школ демонстрировали приобретенные за время обучения умения и навыки как в исполнении вокальных композиций, так и в мастерстве владения музыкальными инструментами. Привитие интереса и любви к инструментальной и вокальной музыке в воспитанниках для педагогического коллектива школы искусств города, по словам директора Саидбека Расулова, является главной задачей. В рамках мероприятия учащимся предстояло сдать программу квартала по нескольким произведениям, что служит своего рода допуском к переводным экзаменам. В школе на сегодняшний день обучаются более 360 учащихся разных возрастов от 6 до 16 лет по 5 направлениям, такие как игра на гитаре, национальном инструменте, фортепиано, хореография и художественное отделение. Срок обучения зависит от выбранного отделения и длится от 5 до 7 лет. По завершению выпускник школы получает начальное музыкальное образование. 15 мая текущего года в школе искусств города Хасавюрт около 20 воспитанников получат документ об окончании, которые по желанию смогут поступить в Республиканское музыкальное училище. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».